Из всех человеческих недостатков наихудшим является предательство. Да, вас, Михаил Сергеевич, предали. Вас предала кучка негодяев. А скольких людей предали вы? Вы предали старых фронтовиков, орденосцев, инвалидов Великой Отечественной войны, которых на Горном Карабахе избивали дубинками на глазах у детей и внуков глупые юнцы доблестной нашей советской армии, руководимой вашим эмиссаром-коммунистом Поляничко. Вы предали целые народы, которые наивно шли с вашими портретами на демонстрации. Народ на народ, рабочих на интеллигенцию, армию на народ, словом, разделяй властвуй. Вы, безусловно, талантливый политик. Есть армянская пословица мудрая: «Возин возутюне хаснум».